Дениска, гоним бракош. Лазили там возле нашего этого, хотят уйти, чтоб номер не списали. Ха-ха-ха, 12 часов ночи. Уходят. Значит, время у нас где-то 1:30 ночи. Ну, как бы вот так вот, работаем. Пацаны работают, тепловизоры работают. Всем привет! Вот, получается, свежак выбегали. Мокрая еще. Вот. Вон след. Вот след. Вот. Оттуда выбегали с озера. Начали стрелять ракетницами. И, короче, отсюда съехали. Это прям вот вода бежит. Так что людишки уже были здесь. Благо охранник вовремя позвонил, что увидел. Свет. Второй был в другом месте. Я говорю, не лезьте туда, сейчас подлетим. О, вот, даже грязюка еще стоит. Ой, все эти мокрые. Да, сейчас давай запустим. Бери за это, запускай. Так, камыш загорится, еще спалят. Кончено. Готов? Да выше подними. Да я знаю, готов? Да, да, да. Красиво. Так, смотрим на это. Идешь? Походу сетки не снимают, я вам секрет открою. Грязная. Павел Иванович, ты думаю. Сейчас возьму. Все. Вот. Сейчас это снимаю. Так что? Во-во. Результат деятельности. Да, есть дохлый. А? Есть дохлый, есть живой. Да. Тяни, тяни, вытяни. Георгиевич, молодец. Сейчас заново включи. Сейчас. Я буду комментировать. Угу. Все готово. Так. Значит, Денис, поступил сигнал от охраны нашей. Значит, человек здесь появился, срисовали с того берега в проходе. То есть метки были поставлены. Ну, короче, вышел он на воду. Ну, видимо, увидел наших пацанов и быстро ретировался. Прилетели, постреляли, ну, ракетницами. Короче, костюм я взял, полез. Вот рыба. Правда, она, видно, сетка давно уже стояла. Прям в середине. Ну, вот дохлая рыба вся. Вот сюда отсвечивает. Вот он. Угу. Вот видишь, глаз. Видишь, уже пропавшая. Вон, вон, вон. Ну и, короче. Ребята, сейчас сетку здесь порежем, бросим. Вместе с дохлой рыбой. И пусть лежит на проходе. Конец связи. Прокопку канала от законной
колхоза на озеро, Торбелый. Канал прокопали, городская дорога. Соответственно, пошла рыба. На. Что, надо снимать? Ну да. Пошла жара. Обалдец. Вот это рыбалка, я понимаю. Удочки не надо. Thank you.